Привет, ребята! Поиграем? Вы не знаете, как играть с одним лимоном? Ну а что, если я вас научу? Например, можно подбросить с руки на руку. Так, это, наверное, всем. Что бы такое придумать? Ну а что, если так? Носик вот сюда. Ручка правая всем покажет лайк-лайк. Ручка левая. Привет, ребята, привет. Оп. Да, что-нибудь да и упадет. Ротик, глазки. Остались ботиночки, еще кепка. Палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Получился лимон с глазками. Что бы такое еще придумать? Давайте займемся любимым делом и нарисуем 3D-ручкой лимон. Пластик лимону пристает не так хорошо, как хотелось бы, потому нужно сделать несколько виточков. После того, как я сделала несколько витков, стало проще рисовать по лимону. Сейчас видео ускорится, лимон, наверное, чувствует себя клубочком. Ну ничего, пускай немножко потерпит. А пока я обматываю лимон, расскажу вам про пластик. У меня ABS пластик, он желтый и сочный, идеально подходит для лимона. И одна моя подписчица, когда рисует, надевает его на руку. Прикольная пружинка, и я так попробую рисовать. Будет удобно или нет? Ребята, а что вы делаете, когда длинные прутки? Напишите в комментариях. Пока я рисовала, образовались некоторые бугорочки, и я решила их загладить. Для этого взяла паяльник и думала, что получится их разгладить. Но не тут-то было. Пришлось взять инструмент посильнее. Я дула строительным феном, лимон пах, но ничего не происходило. И мне пришлось отложить эту затею. Ничего, разберусь как-нибудь просто 3D-ручкой. Пришло время освободить наш лимончик. Не пугайтесь, это никому не навредит. Аккуратно поддеваю пластик сверху донизу. И вот появляется 3D-лимон. Опа! Интересный каркасик. Вот до и после. Или после и до. Близняшки прям. По каркасику намного проще рисовать. Закрепили, потянули. Закрепили, потянули. Обожаю этот процесс. Мне нравится лимон уже в этом варианте. Но я не ищу легких путей и решила продолжать. И тут я подумала, а хватит ли у меня пластика, если заполнить лимон полностью? Для этого у меня нашлись весы. Я давно ими не пользовалась, и они никак не хотели включаться. Обиделись, наверное. Что же делать? Попробую нажать кнопку. Раз 10 хватит? Да, точно, наверное, сели батарейки. Так, что у нас тут? О, она еще и стреляет. Катапульта. Так и назову. Попробую поменять местами. То же самое. Привет, я мышка-компьютеришка. Может, я чем-нибудь помогу? Точно, у тебя же есть батарейки. Давай, дружочек, их сюда. Спасибо за помощь. Посмотрим, подойдут ли. Вот старые, на них написано 1,5 вольт. Плюс, минус, а осталось 0,79. А в этих явно больше. Та-да-да-дам! Ура, спасение! Вроде светится. Ну-ка. И контрольное взвешивание. У нас 8 грамм. Продолжим рисовать. Thank you.
так лимончик обрастает кожицей и толстеет прямо на глазах. Попытаюсь сделать кожицу, как у настоящего лимона. Для того, чтобы кожица получилась как натуральная, делаю маленькие-маленькие шажочки 3D-ручкой. Ребят, процесс затягивает, и мне кажется, что я могу это делать вечно. Кто это постоянно выключает весы? Мышка-компьютеришка, наверное. И еще одно взвешивание. А сколько весит настоящий лимон? 160 грамм. Дружочек, тебе еще расти и расти. Какая неваляшка получилась. И вот вам последняя подсказка. Контрольное взвешивание. И, ребят, кто угадает, сколько весит лимон, в следующем видео назову победителя. Пишите в комментариях свои варианты. По-моему, кое-чего не хватает. Забыли хвостик. После зеленого ставлю сразу коричневый. И получился плавный переход цвета. Пришло время экспериментов. Ой, они что, котята? Так разбежались. А ну-ка идите сюда, дружочки. Попробую выдавить сок. Да нет же, с настоящего. А вы думали, с пластикового? Пластиковый лимон мы сварим. Кисленько. Аж слюнки потекли. Чистые витаминки. А вы любите лимонный сок? Напишите в комментариях. Да-да, ребята, это не шутка. В следующем видео мы сварим пластиковый лимон. И я расскажу, кто угадал, сколько он весит.